Мы вот, друзья, не можем понять, то ли не имеющие аналогов в мире самолеты реально тяжелее воздуха, то ли это такой коварный план переделки не имеющего аналогов в мире Су-35 в подводный аппарат. Чему мы, зная замашки оккупантов, точно не удивились бы. Тут намеднее. Не имеющая аналогов в мире авиация в очередной раз показала свою универсальность. Прошла информация, что украинские силы противовоздушной обороны вечером 21 мая вероятно помогли отрицательно взлететь не имеющим аналогов в мире истребителю Су-35 над Черным морем, что позже подтвердили в командовании ВСВСУ, мол, летел над территорией Херсонской области бомбить мирные украинские объекты и вдруг упал в море. И знаете что, друзья? Мы, пока не появилось подтверждение от ВСУ, думали, что это точно не мы, а это был такой хитрый и коварный план. Сначала это был типа самолет, а затем вдруг резкий переход в подводный аппарат, чтобы украинские ПВО не достали, и дальше все по плану. Приблизительно. Так же, как и три не имеющих аналогов в мире Ми-8, один Су-34 и один Су-35 неделю назад. Только там была не подводная, а болотная версия этих так называемых летательных аппаратов. Так что мы бы, ребята, не были так уверены, что это всегда украинские ПВО. Поэтому, подписываемся на канал, ставим колокол и палец вверх и жмем все правильные кнопки под роликом, чтоб нас стало еще больше. И будет вам, как мы любим говорить, зачетище и плюсик в карму.